Всем привет, ребятушки! Сегодня 1 января. Собрался к внучкам, к сыну, к снохе. Вау, как будто не чистил. А выгребал же здесь все вчера только. Всех, ребята, с наступившим Новым годом. Знаю, хороший, плохой год будет. Да, плохих лет не бывает. Жизнь, она расставляет все на свои места. Вот, на удивление, я вам показываю дороги 1 января. Представляете, чистят. Ну, молодцы. Сегодня на улице достаточно тепло. Всего лишь градусов 5, наверное. Может, даже не того меньше. Ну, дети бегают, играют. Алтайская академия гостеприимства. То есть теперь гостеприимству в академии учат. Здравствуйте. Мороженое. Да. Я не знаю, какой есть. Стаканчик, палочка. На палочке. О, прикольно, да? Белочка, эскимо, шоколадное, белое, пломбир. Новым годом одет. Давала. Прикольно одет. Какое? А? Он все движения на камеру. Белочка. Белочка. Эскимо. 5 штук белочки. Ой, она в онлайне, да, работает? Сейчас нет. Может, он будет. Не, ну можно в онлайне, да, без этого? С телефона, да, можно смотреть? Да. А, боже, боже. Я же блогер. А, с Новым годом. А, блогер? Да. Да ну нафиг. А что, не похож? Нет. 45 тысяч подписчиков. А как он? Ну, ты же не запомнишь. 225. У меня телефон есть. Ну, реально блогер? Ну, что ты его? Да ну нафиг. Глаз. Как так будет? Мать, тебе сколько лет? 54. Откуда ты знаешь, что такое блогер? Что, да? Пожалуйста. Если мне 54, я что, думаешь, ничего не знаю, что? С Новым годом, вот. Посмотри, хоккейный шлем у меня. Если мне 54, думаешь, хоккей не играю даже? Молодец, большой батя. Так что, не так все просто. Как тебя, батя, найти, где ты вообще есть? Ну, запиши Юрий и Лариса Ивановы, лайф. Лайф по-английски. А, в лайфе? Нет, нет, это так, название такое. Ну, в ютубе, конечно. Ну, хочешь интервью, давай, запишу с собой. Давай. Как, Новый год? Я очень приятно познакомиться вот с человеком. Как зовут вас? Сергей. Меня Юрий. Очень приятно, Юрий. Вот. Да. Поздравляю, ищите. Юрия, с Новым годом. Да, ищите в интернете. Но. Очень рад познакомиться. Как вас? Павел. Павел. С Новым годом. Тоже вас с Новым годом. Юрий, с новым, с наступающим вас, с Новым годом, с наступившим. Так что видишь, старые блогеры тоже. Счастья, здоровья вам, чтобы еще. Кстати. 54 года вам. Да. Чтобы еще столько же прожили. Да нафиг надо. Ну, с кем потом общаться? Ну а что? Через 54 тебе сколько будет? Мне будет. Мне сейчас 28. Ну, 80, да? Ну, вот представь, да. А мне 110. А лучше только жизнь. 110, только жизнь начнется у вас. Ну да.
смотри, там мы недавно были в Штатах, там есть. Да. Боже, как там. Да заебись как. Пиздят все здесь, блядь. А нельзя материться. Ну я вырежу. Мне можно, почему нельзя? YouTube пропускает. Это я к внучкам иду с подарками. Да, спасибо. Да, спасибо большое. Блин, мне охота здесь есть, да? Снимайте на видео, что они по пешеходнику ходят. Да, пофигу. Они же сейчас кого ловят? Кто против власти? Да, да, да. А там сматерился. Да. Это не серьезно. Юрий, а вот такая камера? Вот конкретно это. Угу. Где-то 12. 12-13. А, ну у нее HD где-то 1000 с чем-то разрешение. 1050. А вообще, если 4... Она 4К, да? Уже? Нет. Нет? Это 3К. 4К, да, 30-ку. 30-ку, да? Да. Ну, еще не заработал на 4К. Заработай. Мне прикольно человека увидеть. Я не видел, но сразу понял, я тоже. Ну, потому что молодой. Мне пранки нравятся, понимаете? Не, я пранки, это не мое. Я прикольно. Я по жизни. Про жизнь просто. Про нашу. Счастливо. Смотрите видео. Ну вот, познакомились. Познакомились с парнем. Он сразу увидел. Здесь вот смотрите. О. Горка у них во дворе. Вот такая вот. Праздник был. Таня, сноха, она тут домком старается, видите, делать. Дом выдвинули на лучший, на один из лучших домов Барнаула. Видите, ремонт провели. Какая дверь разукрашена. Здравствуйте. Привет, с Новым годом. Привет, София. С Новым годом. Стой, София. Это тебе. Настя, что ты делаешь? А где Ослик? Ослика где оставил? Какого Ослика? Ну, с которым скакал. За вчерашнего дня сюда. Таня, это тебе. Ой, а тебе вот. Ну. А еще на папе своему. Я же не знал, что у вас тут гости, я бы всем дел. Положи. Смотри. На, Андрей, это тебе. Спасибо. С Новым годом. Давай. На, и вот тебе еще подарок, Андрей. Лично тебе подарок от меня. Да? А? Почему так? Ну а что мне, зачем она? Покататься я без нее могу. Так. Так. А что-то Дед Мороз наш принес вам на Валтайске. Особенно когда один ребенок. А когда двое? Подожди, подожди, смотри. Смотри. Раз, два, три. Так. Иголочка горит. Вот это вот Настя от Наташи. А что? В чем тебе плохая книга? А? Меня мама расстроила. И что, подарки ну, не все, принимаешь, комнату, что ли? Ну все, в комнату иди закройся. А? Ну все, тогда уходи, Настя. Так. А вот это София, смотри. Берешь? Вот это. О, София берет, молодец. Ее никто не расстроил. Так, а вот это Настя. Значит, ей надо больше подарить. От нас. А вот это маме Тане. А, о. Опа. Это мне! А вот еще! Это опа! Это ну-ка, тихо, не кричать! Не кричать! Тихо! Настя, ну ты что? На, держи! София! А вот тебе еще! Держи! Это Эльзе! Это платье Эльзе, смотри, со шейкой!
Да, у меня для гостей для твоих есть подарки. Что ты думаешь? Подписчик? Да, у меня да, да. Канал. Ну, они нам про кабачки рассказывали, как делали. Фирму. Да, да. Так, ну чё? Ну чё? Ну не летом. Наверное. Осенью уже. Заготовки же осенью. Спасибо большое. Да, не за что. Кушайте. Ух ты, какое платье. Какая накидка у тебя сзади. И здесь Эльза. Вау. Она сейчас как раз это, они смотрят. Мама. Ну, эту песенку, мультик, и она все, я Эльза. Сейчас оторву. Я Эльза. Ну, вот у них война, кто Эльза. Эльза. Они здесь, это. Две Эльзы здесь у нас, ё-моё. Опа. Вау. Я Эльза! Так, блин, у вас духота, вы проведете на улице так смешно. Минус два. Эльза! Ну что такой скромняга сидишь? Нет, да. Андрюха, мы после Нового года... Ух ты, красавица! Давай поцелуемся. Давай, на камеру скажи привет, баба Лариса. Привет! Привет, привет, скажи, Настя, баба Лариса. Привет, Наташа, скажи. Привет! Ух ты, а ты скажи привет, Наташа. Привет, Таша. Таша, ох, молодец! Вау, ёлка вот тут. Шок. Прикольно. Софа, это что такое? Фок. Сейчас зашел в магазин. Там это, ну, в таких Дед Морозовских шляпах. Парни, ну, примерно твоего года. Молодец. Чуть помладше. Я тоже Эльза. Так смотрит. О, отец, у тебя это что такое? Я говорю, ну, камера. Не понял, прикольно. А что ты камера? Я говорю, так я же блогер. Да ну нафиг, тебе сколько лет? Ты говоришь, что знаешь такие слова? Короче, давай со мной знакомиться, короче. Ну я на камеру записал, интервью дал. Как ты там, нормально? Все, блин, Серега его зовут. Да я увидел где-то здесь. Садись за стол. Иди сюда. Так. Иди сюда, Эльза. У нас тут объявилась настоящая, супер настоящая Эльза. Есть, сними это. Ну, дай я сфотографирую. Смотри. Полотенце уберу. Слушай, а прическу-то? Прическу-то покажи свою. София, прическу. Покажи, подожди, стой. Ух ты, вот это да. Вот это да. Офигеть. Тут нас пригласили в баню с Андрюхой. Илья, да? Илья? Да. Не знаем, поедем, не поедем. Но если поедем, буду снимать. Поедем. Пожалуйста, вон, видишь, табуреточка. А что ты делаешь? Так, пацаны тут решили поиграться в футбол. Ух ты, вот эта ручка. А что за ручка такая, как ей писать? Вот так. Просто пишешь и все или что? Нет. А как? Там пластик загружаешь. О, ну что ты делаешь, Вася? Ты знаешь, да, София, что? Да, я зря вверх. А можно на этом рисовать? Нельзя. Нельзя? Тут какие очки, Настя? Вот мы сделали велосипед. Из ручки из этой? Да. Ух ты. Педалями. Расстрел надо два раза навесить. С сидушкой. Да. Мама! Мам! Алло. А ты видео смотрела последний, Алекс? Наташка с ним делала. На канале Алекса. Ну, канал открыл. Гитара. Угу. Дерево, что тут еще какая-то? Моя тюля. Рыбка. Что, ногти? Да. Угу. Где-то у нас было... Давайте я засниму повтор. А, подожди. Да уже все. Все, да? Надо было раньше. Так, повели 0-1. Команда, как там? Барселона. Как? Барселона... Косиха. Нет, Барселона из Рубцовска. А Барселона из Рубцовска повела. А у тебя как, Ювентус откуда? Барнаульский Ювентус. Барнаульский Ювентус пока пухает, блин. Хорошо.
Ну, надо было раньше это делать. Так, пошли. Пошла Барселона. Ну давай, смотри, тракторный завод. Смотри, смотри. Тракторный завод. Рубцовский. Генеральный. Да, пошел, пошел! Ах! Генеральный спонсор команды. Барселона. Да, Казахстан болеет за Рубцовск. Вау! Да, острые моменты. С ПСЖ у Барселоны так не получалось. А у тебя ПСЖ поток или как? Да, у меня с потока ПСЖ. ПСЖ поток. Потоковские. ТСЖ, может, иначе. Да, ТСЖ. У меня ТСЖ поток. Потоковская ТСЖ, да. Там в составе дворники эти, электрики. Смотрите, смотрите, комбайнеры, да? Нет, комбайнеры это... Рубцовский. Рубцовский? Да, он комбайнер. Трактористы, комбайнеры. Комбайнер Месси там с мячом. Да. Так, так, так. Видите, даже на Европу идет трансляция. По-английски. Просто комментатор это международного уровня. Да. Такие команды только он комментирует. Ай. Красавцы, красавцы! Рубцовщане, давай, давай! Ох! С неудобно левой, наверное. Забежал. А, вне игры было. Давай. Что там было-то? Давай узнаем. Вот он, Манжикич или кто он там. Этот момент вот все решил. Как... Непонятно, что там было. 17 номера, Пенка. Кстати. О, 11-метровый, подожди. Смотри. Камера наезжает, смотри. Операторский трюк такой. О, молодец! Легко. Все. Молодец. Кто забил? Все заново. Я снова за Илюху. Так. Снег идет. Ювентус. Как? Ювентус, да. Ювентус. Смотри, у меня вара там подскользнулся. Ювентус забивает гол ПСЖ. Смотрите, как ПСЖ идет вообще. Рональдо. Хоп. И все. Желтые ботинки. Молодец. Так, ладно, Андрюха, не зря Ювентус столичный клуб. ТСЖ просто Барнаульский. Сейчас они счета начнут выставлять. Мали, которая крыло вставлять. Крыло не приклеили. Это чья лошадь? Ты? Нет, будет буксовать. Да. Вау. Вот ее, вот ее. Магическая лошадь. Ой, ай. Потертая седло. Крылья взяли. Уперлась. Все, она пришла. Ошибка. Нормально все. Браво! Ну давай сюда, вставай, что ты там? Топают, хлопают, весело кричат. Ну, я слышу, что она нормально. Топают, хлопают, весело кричат. Елочка, елочка, яркие огни. Забыла дальше. Настя, а ты спой Эльзу? Безумное королевство, королевой стал я. А ветер стонет и на сердце ураган. Мне б его сдержать, но я не могла. Не открывай, храни секрет. Будь хорошей девочкой для всех. Закрой все чувства на замок. Но чем на все отпусти и забудь, что прошло, ушли, не вернуть. Прям как утренняя певица. Тянет. Новый день укажет путь. Не боюсь. Шторм. Холод, там не был по душе. Пойдем, ходим.
нифига. Отпусти и забудь, и на небо лети зарей. Отпусти и забудь, поляры сияют звездой. Где встречу я? Бушует шторм, холод всегда мне был по душе. Браво! Молодец! Молодец. Надо было только вот здесь стоять. И нормально. Очень хорошо. И то залезла под пианино, и там кричишь. Мама! Илюха! Смотри, его ребенок принимает. Так, собрались мы все-таки ехать, да? В баню? Да, да. Записываю я, Илья, чтобы знал. Вот, сейчас поедем, посмотрим. Вы там еще чай купили, да? Снимаю чуть-чуть. Ночной Барнаул, Ленинский проспект. Едем в баню. О, обезжал. Заруливается. Общаетесь? Ой, я слышу уже нас. Потом, да, они закрыли границы, пустили в Сирии, там, где город стало. У нас тут едет человечество, да, так сказать. А там нельзя останавливаться. Вообще, во Франции так стало, в Германии, представляете, такие места. Ну, издержки. Не знаю, и наладится это теперь. Что-то новое, что-то... Ух ты! Да, паровоз, смотри какой. Ага. Там что-то, кстати, из трубы даже дым какой-то идет. Не дым, а пар. Да ты что? Да, там, наверное, колодец какой-то. Да, да, да. Греют воду, да, или что? Мне Даня рассказывала, она же экономистами. Например, какой-нибудь пар идет, да, из колодца. Ну, там на обочине. Какая-то труба торчит, из нее постоянно валит пар. Ну, так вот, потому что там отопление или вода. Наша Танюшка? Да? Наша твоя Танюшка. Да, я не раз, например, вот рекламу сделали, вокруг печку построили такую, типа, приходите, вот у нас там длинная какая-нибудь или чуть-чуть, и такая печка, из нее такое, из трубы так дым валит. Ну, просто, это же все можно использовать. А еще, Андрей, я знаешь, что заметил? Это вот это? Да, да, да. Центральная баня. Я привык ей. А да. Это сколько такая стоит? 500 рублей или 400. У Вадика можно. Центральные бани. Посмотрим, что за бани. Что за конструкции, да? Какой системы? И знаешь, сколько такая штука стоит? 20 рублей. Вообще ништяк. Служебный вход. Как, Илюха, можно определить, где вход? Посмотри вниз вот на коврик. Видишь? Да. Сколько стоит? 500 рублей он вчера был. Ничего не изменилось? Почему? Да, да. Мы думали 400. 600 рублей, если... А вот написано 500 рублей. Это будний день. На сегодня как праздничный выходной день. А если что, третий этаж? А что там на третьем этаже? Нет, там круто. Там лавочка, кузи и по найму меньше. А это на сколько времени? На два часа. На два часа? Угу. Ну так что, может, с двух этажей начнем? Или сразу? Я тебе дам 100 рублей. Я, не надо. Не надо мне 100 рублей. Берем. Берем, да? Да, да, да. Вместе всех насчитывается. Давай. 500 рублей, да? Были, да? Ну, тоже денег стоит? На третьем? Тоже денег стоит, тапочки. У нас есть тапочки? Есть тапочки. Возьмите вот по наличке. Или что, ты будешь брать? На. А вот это зачем? Это чтобы на третий этаж пойти. А-а-а. Надо на руку дозвонить. Ну. Сейчас, можете пройти, дать детские одежды. Да-да-да. Ну что, если 700 стало? Было 500 будет.
Как-то это, даже никак, не соразмерно. 700 рублей по карте. По карте. Приложил. Возьмите. Это что такое? А что ты трековка делал? Чтоб тепло было. Я это взял. Паспорт, блин. Все, на вещи надо забирать, да? А куда это что? Давайте в лоб. Там кабинки есть, да, Лика? Да, номер на рассвете вашего. Я спортсмен, спортсмен. Я говорю, ну, заплатил. А, у тебя есть сертификат? Да нет. Какая-то команда пришла к футболистам по сертификату. И мне говорят, ты синий или нет? Нет, надо было синий сказать, да. Понял? Я мы сейчас на каком этаже? На втором. А мы же вроде за третий заплатили. Мы сейчас здесь раздевалка, мы можем куда ходить. А, мы это, пропуск кругом, да, будем? Здесь мужская, что-то цвета. Да, здесь только мужская раздевалка. Ну, такая раздевалочка тут. Смотрите, оценивайте. Так, 34. Красная, да, это женская раздевалка. Ой, я не знаю. А что ты 43-го я не нашел номер раздевалки? Виталька сказал. Так это же на это, это же не на то. 17 лет. Всего 7-й. 24-й. А, вот поэтому у нас, смотри. Да я отсюда знаю. Спасибо. Да, запах-то не очень. Мужская раздевалка. Так у меня, оказывается, 7-й. А я-то вот на это смотрю, 43-й. Я откуда знаю? Ну откуда я первый раз? Я чуть тебе. Я же не заседатель. Ты что, шорты, да, надевать? Да, там же женщины. Скажи, шорты, а у меня нет шортов. Я тебе взял. А ты что, ты все расслабляешь? Андрюха нашел тапочки, платить не надо. А сколько за них? Рублей 100, да? Не знаю. Ну, а я вот в штанина. Ты зайдешь, как ты это сделаешь, у меня были тапочки. Все уже не твои. Извини, брат. Не знаю, я в них был. Полотенце. Так, не сильно заметил. Да, ну. А это сразу взял, хоть пьяный, пьяный, сразу. О, на, в магазине, я даже удивился. Никто никогда не замечал. Че, куда погнали? Да вон, пройду. По... Да, блядь. Ловли. А ты что, Люк? Сейчас. Я... Пошли вместе, ты что? Еще я один пошел. О! Сейчас. Ну, можно было не платить, да? Просто 100 рублей, да, не знаю. Да, они, может, все в карманы положили. Сейчас мы пришли на первый этаж. Что там, народу много? Да, нет. Я не буду сейчас заходить, сейчас я вернусь вот этим.
Ну вот, 2 часа пролетели незаметно. Лестница, спускаемся на ресепшн. Сейчас вот по этому номерку дадут мне мою куртку. И все, и погнали. Да, здравствуйте, еще раз. Спасибо. Ага. И бумажный тоже? Нет, бумажный нет. Это на халяву, да? На халяву. Спасибо. Освежиться. Что, нормально, да, брат? Вообще сегодня день неплохой. Как ты проведешь весь год? Неплохо. Бывает, купишь там какую-нибудь хренотень, ну вот как эту карету, да? Она с ней там день поиграет и вообще выбросит ее. И забудет, да. А бывает, что какую-нибудь такую беспонтовую за 100 рублей возьмет, и она с ней будет год. Это так же, Алекс, то же самое. А он там ему покупает там электромашины. А он день самое много. А такую маляпуську, крысу купили там в каком-то магазине за доллар. Ну, вот такая, как настоящая. Вот он с этой крысой ходит и всех пугает. Ну, прикольно. Есть. Но чаще всего лучше видишь. И вот за счет этого раз и сразу рейтинга 300 разница. Да, да. Сразу просто. Полсекунды как-то. За счет того, что ты себя заставляешь. Ну-ка я еще подумаю. Ну и в хоккее так же, Андрей. Только у нас разница в зарплате, сразу в ноль прибавляет. Понял? Да. Чуть-чуть ты быстрее думаешь, чуть-чуть быстрее принимаешь решение. Где-то. И видишь, опять все выходит на экономический, да? Да. И у тебя сразу в зарплате в конце плюс ноль. А если ты еще лучше видишь, еще плюс ноль. Нолик добавляется, да? Да. Вот так. Интересно. Я про Панарина думаю, долго он на таком уровне сможет играть? Ну, долго сможет играть. Дольше, чем Овечкин сейчас на своем уровне? Как думаешь? Овечкину надо отдать должное, хотя вот как бы про него не говорили, что он там деревяшка, да, что он там это. Он все время ищет новое. Например, он раньше там был силовой игрок такой, обводилкой. Он поумнел, я думаю. Потом он, короче, перестроился, он броском начал брать. Потом вот сейчас ему что достаточно, в большинстве просто встать в своем кругу, под него подберут партнеров, они ему будут передачу отдавать, он будет гол забивать. Что еще нужно от игрока? Не, ну, забирает? Андрей, я думаю, что Овечкин, если у него какой-то потенциал есть, с ним работают специалисты в НХЛ. Конечно. И объясняют ему, что тебе нужно было так делать. И он пытается двигаться, если он не дурак, конечно. Не, ему надо отдать должное, он перестраивается. Ну, я про это и говорю. Если человек может перестроиться, то его нужно просто направить, куда нужно. А если он не может перестроиться, хоть занаправляйся, хоть за... А Панарин, он понимает, что он совсем... Вот смотришь на его игру и удивляешься тем решением, которое он принимает. От этого, я думаю... А ведь он тоже молодой парень. 28, да, ему сколько? Да. Молодец, вообще. Ну вот. Единицы таких в мире. Вот это именно. Понимаешь, вот, например, там Илья Шубович едет вдоль борта, да? И вот здесь надо отдать передачу, и Илья Шубович ее отдает. Все, точно, правильно там. Ой. Правильно, да? Там ямку. А Панарин вот эту полсекунды раз и нашел лучший вариант. И сразу у него. Да, да. Хотя он не быстрее, чем Илья Шубович бежит, я вот так смотрю. Да. Так а я смотрю, они вообще не спринтеры там особо. Да. Ну, есть, конечно, но не все. Есть же там и в годах мужики играют. Он будет перестраиваться, тебя хочет зажать, видишь? Уже остановиться надо. Да, да. Не, ему не надо это. А, он попер, да? Фу, вонючка. Спасибо тебе, что спросил. Мы жизнь в других красках еще увидели сегодня. Дополнительно. На полсекунды больше, чем раньше видели. Хотя не сказать, что я там что-то новое увидел. Да просто. Вот да, ну да, сама. Развеялись, что? Сама, да. Отдохнули.
Даже не помылись. Пошли в баню. А мы сюда что, мыться пришли? Не, мылись просто без мыла. Ну да. Программа вот эта хорошая, понравилась вам программа? Да ничего. Не, ну какую-то изюминку они внесли. Не просто тупо приходишь, там сидишь, пялишься, там скучно, а тут видишь все какие-то шутки, прибаутки. Самое прикольное, это то, что люди все собираются, начинают. Именно в этот момент, да. Да. И они как создают какую-то общность. Да. Она временная. А потом раз и расходятся. Да, она временная, мы, может, никогда не встретимся больше, правильно? Да. Ну, вот рядом. А уже провели время, и это уже изюминка. Культура. Они же все равно где-то это подсмотрели. Да. Ну вот эти банщики. Да. Я не думаю, что они там это ноу-хау внесли. Это где-то, может, в Москве где-то, или может где-то вычитали в книге, да? Ну да. Журнал банщик. Ну да. Банщик чего-то. Алтайского края 97. Нет, или, например, СССР какой-нибудь. Наука и жизнь. Да. Типа того, что надо было вот так сделать. 64 года декабря. 1924. Это я Андрею рассказывал много раз, а тебе расскажу, Илья. Значит, японцы сделали, ну это давно я читал, еще в 70-х, корабль, который может плыть против ветра. А как сделали? Вот мачты стоят, на мачтах эти пропеллеры, и ветер дует. Я понял. А передают они на тот винт, который внизу гребет. И, блин, раз, и ноу-хау там все. А тут наши встречаются с ними, эти, ну, инженеры, уже в 70-х, говорят, ну как вы до такого дошли, он говорит. Так вы откройте журнал «Моделист-конструктор» 1924 года, там все подробно описано, как это делать. И у них вот эти, как их называют, конструкторские бюро рассматривают абсолютно все, даже самые идиотские идеи. Одна из них, например, ну там предлагает, вот от торпеда идет в корабль. Как ее отодвинуть? И один предлагает, идиот, например, всей команде встать на борт и дуть на эту торпеду. И она в сторону уйдет. И они даже это рассматривают. И, возможно, где-то какое-то зерно находят. Вот разница в чем, да? А потом они берут, например, саму идею всей команды что-то сделать. Да, и да. И да. Что-то, уже часть от этой идеи раз пошла. Да, и поэтому двигаются, делают что-то. Так, включаю. Так, вот мы сейчас выпьем за Новый год. Одну для Тани, одну для Андрея, одну для папы. Да. Алекс говорит, вот этот носок для меня, вот этот для дяди, для папы, вот этот для мамы, вот этот для бабы, а где для деда носок? Ну, там постановил, пришлось пятый носок вешать. Эти пузырьки играют. Короче, игра пузырьков называется перляж. Это кто? Лариса пишет? Да.